Сказка «Маша и медведь». Жили-были дед и баба, у них была внучка Маша. И Маша решила пойти в лес за грибами и за ягодами и начала просить дедушку и бабушку. Дедушка, бабушка, вот я пойду в лес. Хорошо, внучка, только иди в лес и нигде не заблудись. Спасибо, бабушка и дедушка. Взяла она корзину и пошла она. Маша пришла в лес, начала собирать ягоды и грибы. Собирала она, Маша. Собирала Маша и заблудилась. Я начала назвать на помощь. Ау, ау, помогите! Ау, ау, помогите! Никто ее не услышал. Зайчика, не плачь, я найду себе дорогу домой. Она ходила в лесу и вышла на дорогу. И пришла к какому-то домику. Постучала, и никто ей не ответил. И зашла в этот домик. А в домике нет никого. Маша поставила корзину и села на лавочку. И она думает, а почему здесь никого нет дома? А в этом доме жил медведь. Пока его не было, он ходил, бродил в лесу. Медведь только вернулся прямо вечером и увидел Машу. И он обрадовался. Ага, теперь я тебя не отпущу. Ты теперь будешь мне кашу варить и будешь меня кормить. А если убежишь, я тебе догоню и я тебя съем. Стала Маша и думала, как от этого медведя убежать. Она думала и придумала. Медведь, отпусти меня на один день к бабушке и дедушке. Я хочу им там пирожки передать. Нет, не отпущу тебя, а вдруг ты заблудишься. Лучше я передам. А Маше это и нужно было. Достала на коробок и спросила у медведя. Медведь, я пока спеку пирожки и положу в этот коробок. А ты его отнесешь в домик к бабушке и дедушке. Хорошо, медведь? Хорошо, Маша. Хорошо. Я положу пирожки сюда, и только их не ешь, хорошо? Я залезу на дерево и буду за тобой наблюдать. Ну ладно, хорошо, не буду их есть. А пока Маша пекла пирожки, а медведь пошел в лес. Маша напекла пироги, она зарезала корзину, зарезала Маша, а пироги поставила сверху.
Медведь вернулся из леса, видит корзину с пирожками, взял на спину и понес. Вышел он из дома и пошел к домой к бабушке и к дедушке. Шел он, потом говорит: сяду я на пенек, съем я пирожок. А Маша кричит из корзинки: Визу, не садись на пенек, пирожки не ешь, лучше неси к бабушке и к дедушке. Ого, какая грозастая, все видит. Ну ладно, не буду садиться на пенек и не буду есть пирожки. И пошел он дальше. Идет он и дальше и идет. Потом останавливается и говорит потом: сяду я на пенек, съем пирожок. Маша кричит из корзины: Визу, не садись на пенек и не ешь пирожки, лучше неси бабушке и дедушке. О, какая грозастая, все видит. Ну ладно, понесу пирожки бабушке и дедушке. Пошел он дальше. Приходит он домой к бабушке и дедушке и начал стучать в ворота. Открывайте ворота, я принес вам пирожки от Масы. Услышали собаки запах медведя, начали на него гавкать. Аф, медведь испугался, поставил корзину и убежал. Выходит из дома дедушка и бабушка. Видит бабушка корзину и говорит бабушка: а что это за корзина? А дед открывает, а там Маша сидит. Она вылазит из корзины. Ура! Наша внучка вернулась! И начал ее обнимать и целовать. А вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. А следующая будет сказка «Зимовья зверей». Всем пока-пока. Пока вы у нас в лесу, посмотрите. Или это видео. Или это. Или видео, которое вон там вот сверху. Очень интересно. Всем пока-пока!